Хіп-хоп слуховище Андрути. А минулої п'ятниці вийшов хайповий епізод батлу між МС Ліною і МС Анютою. В кулуарах було багато суперечок. Про цей батл написано багато коментів і, чесно кажучи, редакція нашого шоу теж дуже цікавиться тим питанням. Адже трохи незрозумілим і водночас образливим є те, що відеокліпу чи батлу МС Анюти збирає більше переглядів, ніж роботи артистів, які є рушійною силою хіп-хоп-культури у нашій країні. Нас же, в свою чергу, в цьому феноменальному, так би мовити, проєкті МС Анюта дуже цікава, але не та хіп-хоп-складова, наявність якої завжди викликає дуже великий знак питання. А от де саме проходить межа між реальним его виконавиці та її образом, наскільки вона на поверхні і чи є та межа взагалі, от нас якось зацікавило більше. Тому і порозмовляли з МС Анютою і, як несподівано виявилося, з продюсером її Сергієм Полюсом. Я живу на селі, это тебе не город. Первомай мой район, он не так дорог. Я когда была в детстве мала, я рисовала. У соседней на скамейке тоже рисовала. Я помню надписи. Я не Оксимирон, ходен и в рэпе всех высших икон. Идите все вон, вы не дождетесь моих похорон. Ну, я за все отвечаю, музыка, я пишу музыку, я все свожу, записываю клипы, все, то есть на мне. Мы все это делаем, начинали все это вместе. В 2011 году, еще со школы, я слушал рэп, решили попробовать что-то сделать свое. Записали, так и пошло дальше, начали. Ну, начало развиваться, там аппаратура появляться какая-то, начали делать качественнее. И так до сих пор. Первые клипы снимали вообще на мыльницу. Вообще, вот. Записывали на диктофон. Телефон на диктофон. На BMR формате. Потом приходили домой с этого телефона же, брали звук, ставили микрофон короткий, перезаписывали, не скидывая через USB, а просто через микрофон. То есть диктофон в диктофон. На компе все шумело, двери скрипели, кто-то ходил, что-то получалось. Потом вот начали записывать уже более там, ну, звук начал появляться хороший. Спроси, сколько альбомов получилось? Сколько? 20 альбомов. Есть 2 EP по 6 треков. Самый большой альбом 24 трека. Ну, где-то за 200 треков есть. Более 20 треков. Клипов штук 80, наверное, за всю карьеру. Найбольший клип — этот клип «Шлягер». 1 200 000, по-моему, если не ошибаюсь. Это начиная с 2015 года, то есть 2 года с лишним. Чья идея была взять участь в Rap Sox Battle и прийти сюда? Ну, была моя, ну, я хотела, конечно. Попробовать себя в этом уже, потому что в Одессе ничего не получилось, серьезно. Там спаситель сказал, да, ты выиграла, все, даже не было такого, потом драка началась, короче. Ну, сказал, молодец, там, то, все, короче. И мы уехали, там даже видео не выкладывают, ничего. Как-то так. Ну, думаю, выиграю, а там, как Бог даст. Я не сильно парюсь в этом, потому что, ну, не знаю. Главное участие, а не победа. Думаю, вынесу, а там посмотрим. Я не знаю, какая информация у нее на меня, потому что у меня очень много треков, очень много клипов получается. У нее один батл, один клип. Она проебала в этом батле. Это не очень важно сейчас, победа, проигрыш. Это да. Участие главное, попробовать. Участие, да. То есть площадка известная, смотрели там батлы, там Лоик был, как бы, ну. Знаем, что это как бы, ну, типа, больше стебное. Типа, ну, делаем по кайфу, как бы нравится это заниматься. Этим как бы занимаемся. Не то, что, допустим, там, ну, что-то хотим сказать конкретное, там, есть, как бы, ну, просто по кайфу это делать. Да. Ну, серьезно, при Януковиче сахар стоил 14 копейками, сейчас 17,80, сама как работаю кассиром в Таври, офигеваю с этих цен. И серьезно, вроде бы ничего не взял, 150 гривен, 200, это реально эта сумма, которую покупает даже бабушка, там, 70 гривен. Ну, нет такого, что 20, 10 гривен, и ты купил там что-то такое нормальное. Булочка какая-то стоит 14 гривен, 15 гривен. Вот как прожить на это? Я сама получаю 6 тысяч зарплаты, ну, ставка, ну, 3 там за 2 недели получается. И все равно мне самой трудно очень прожить, конечно, с рэпа немножко получаю деньги, но не так до хрена, как и хотелось бы, с одной стороны. Но у меня еще плюс больная бабушка получается, ну, вот так вот как-то и квартиру снимаю получается, ну, трудно. Ну, я в Одессе сейчас. Да. От Одессы 30 километров. То есть Аня сейчас обитает в городе, снимает, ближе к работе, чтобы не кататься. Да, на Решлевской. Вот так вот. Нет, я не дерзкая, наоборот, ну, какая-то мягкая. Ну, чисто образ для хайпа, ну,
коллектив. Это не одно и то же там. В творчестве много разных, как бы, два человека. Вы знаете, есть маска, а под ней маска и еще одна маска. Вот так и я. Когда я была в Киеве и была, ну, на подогреве у техника, он сказал: блядь, ты существуешь. Паша техник думал, что это нереально. То есть компьютерная графика, если пели, что такое, ну, ее не существует. Ну да, это образ. Я вообще нормально человек. То есть задумывается, сделать какой-то трэш. А я в жизни нормальная. Ну, я имею в виду, что в жизни можно со мной сфоткаться, и автограф получить, и может каких-то советов я возьму, и какие-то мне дадут советы. Подходят ко мне люди там фоткаться, автограф, я не убегаю, там, я говорю: нет, идите, я вообще не тот человек. Наоборот, люди удивляются тоже, я не думал, там, все. Ну, вот сколько меняло уже мест работы, все равно много людей, которые даже на привоз покупают там какие-то продукты. О, МС Анюта там. Ну, серьезно так. В приватбанке работала. На заводе работала. На заводе с 15 лет работала. Ну, как бы и к работе я хорошо отношусь. И все, конечно, немножко портится моя репутация, то, что я как бы рэпер и работаю в Таврии. Ну, нет пока не той возможности, чтобы зарабатывать на рэпе столько, чтобы содержать себя. И... Хип-хоп-слуховище Андрута.